В этом видео мы проверим совместимость мода Эврика и Create для того, чтобы создать воздушные и водные базы. И да, багов будет очень много. А перед тем, как мы начнем, я хочу посоветовать вам сервер нашего спонсора, благодаря которому и вышло это видео, а именно его история. Эх, в мире есть множество серверов, но все они какие-то не такие. Кодмы был бы такой сервер, который бы отличался от остальных, и в нем была своя собственная искра. Место, где люди сами творят историю сервера. Жаль, что такого места нет. Тогда мне нужно взять все в свои руки. А что? Что если создать свой собственный сервер? Сервер, в котором будет дипломатия, где есть свои законы и экономика. Место, где банально можно прийти и провести время за чашечкой чая. Или чего-то покрепче. Место, где каждый игрок может воплотить свои идеи и мечты, создав свою собственную историю. И дам я ему название... Legacy World. Ссылка на Discord будет в описании. Эта громадина из мода Эврика и будет нашей тестовой площадкой. А шейдеры придется отключить. Для начала мы проверим совместимость всех источников вращения из мода Create с конструкциями из мода Эврики. Начнем мы с творческого мотора. Мотором до сих пор можно запитывать различные механизмы, но есть некоторые нюансы. А именно невозможность поменять скорость и направление вращения. А теперь водное колесо. В обоих положениях водное колесо успешно работает и также запитывает механизмы. Я думал, что с жидкостями будут проблемы во время движения, но ничего такого не было. Все работает прекрасно. Теперь ветряная мельница. Соберем нашу мельницу, я снизу ставлю вертикальную коробку передач, чтобы было удобно выводить вращение, ну и собственно собираю. Запускаем нашу ветряную мельницу, плохо видно, но она уже работает. Добавил больше лопастей, чтобы было нагляднее. По традиции проверим на конвейерной ленте, она работает хорошо. Теперь про минусы. Поменять с помощью ключа направление вращения у вас не получится, как я не тыкал. Она вращалась в одну и ту же сторону. Но с этим можно жить, как вы понимаете. Поменять направление движения у меня получилось. Ну и еще один минус, у вас коряво работают стрелки и подсказки при размещении парусов. Здесь я уже ставлю на обычных блоках и видите, как должно быть и как работало у нас. У нас остался паровой двигатель. Сейчас я строю паровой котел. Он будет работать на костре, который снизу. Теперь я ставлю паровой двигатель и сверху вал. Нужно залить воду. Я ее заливаю, но даже что-то заработало. А теперь нет. Вода закончилась. И я выяснил, что трубами заливать в котел воду не получится. Это не работает. При том, что такой же котел на обычных блоках работает. Но в сам жидкостный бак вода заливается. И это очень странно. При том, что котел сделан из баков. Паровой двигатель работает, но заливать жидкость в паровой котел очень неудобно руками. Поэтому использовать его не получится комфортно. К шестеренкам вопросов нет, работают нормально. Только, конечно, тут также есть проблема со стрелочками и непонятно, куда они устанавливаются, но к этому нужно привыкнуть. Следующие блоки тоже хорошо работают. Такие как коробки передач, сцепление, реверсивный механизм. Еще хорошо работают цепные приводы в корпусе и регулируемый цепной привод. С желобами почти нет проблем. Единственное, что меня разочаровало, это то, что невозможно положить что-то в слот для фильтра. Я думаю, эта проблема будет повторяться и с другими механизмами. Здесь я пробую положить не блок, а предмет. Увы, все так же не работает. И похоже, я был прав. Во всех блоках, где есть слот для фильтра, он не будет работать. Но все виды туннелей, воронок работают нормально. Депо и катапульты в целом работают. На них также можно класть предметы, или они могут приезжать из конвертных лент. Но раньше они могли подбирать предметы, которые на них падают. Вот так, например. Увы, вентилятор стал максимально бесполезным. Обработка огнем, водой или лавой тоже не будет работать. Жерновами наоборот, они работают прекрасно. Ресурсы можете подавать любым способом. С колесами дробления поинтереснее. Они не работают, если сбрасывать ресурс сверху на них. Но если подавать этот ресурс по конвейерной ленте, то все у вас будет работать. Механический пресс и механический смешиватель также нормально работают. Регулятор скорости вращения. К сожалению, он не будет корректно работать. А именно, вы не сможете изменить скорость вращения большой шестеренки, как бы ни изменяли значение. И давайте глянем, как работает вал портального крана и шасси портального крана. Когда вал установлен горизонтально, шасси двигается рывками, будто ему что-то мешает.
а когда установлено вертикально, то работает нормально. К шасси также можно приклеивать блоки, но в процессе движения шасси и блок будут нематериальны, что плохо. Но при этом всем, даже с забагованным шасси, механизмы типа дрели и механической пилы будут работать. Здесь я пытаюсь приклеить мультиблочную конструкцию шасси и посмотреть, как она будет работать. Приклеенные блоки также будут нематериальны в процессе движения. Следующий баг связан с клеем. Когда вы склеиваете обычные блоки, у вас есть выделяемая область. Но когда вы это делаете на корабле или на воздушной конструкции, эта область будет отсутствовать, что может усложнить процесс склеивания. Далее решил протестировать механический вращатель. Собрал какую-то конструкцию, склеил ее и запустил, и все заработало. Вы только представьте, можно построить реалистичный самолет или вертолет, или что вашей душе угодно. Но минусы будут такие же. Конструкция во время движения будет призрачной и нематериальной. Про часовой механизм. Он также будет работать, и блоки тоже будут нематериальны. Далее я проверял механические поршни. Они работали нормально, как горизонтально, так и вертикально расположенные. Ну и протестировал во время полета. Затем я собрал вот такую вот конструкцию и приклеил ее к одному из поршней. И здесь я проверял, будут ли механизмы во время движения поршня ломать блоки. К пиле у меня так и остались вопросы. Как следствие, дальше я начал создавать фермы и проверять, как они работают. Комбайн нормально работал. Далее я вернулся к пиле и начал устанавливать деревья. Они очень быстро вырастают, потому что я этот процесс ускорил. Затем я запустил этот механизм, и все начало работать, но выглядело это немного коряво. Текстуры блоков просто сдвинулись, но при этом все работало нормально. Если это остановить, то все возвращалось в нормальный человеческий вид. Аналогичную проверку я произвел и с плугом, и посмотрите, что произошло. Тот же самый сдвиг текстур, но при этом блоки все добывались, и земля спахивалась. Ну и наша любимая механическая дрель. Также ломала блоки, и при их разрушении ее текстура сдвигалась. Затем я приклеил сундук и с каждой конструкции это провернул. Результат положительный. То есть автофермы способны передавать добытый ресурс в хранилище. Ну и дальше я приклеил интерфейс, и мне стало интересно, сможет ли он передавать ресурсы. Вроде бы заработало. Булыжник вызвал много вопросов. Ресурсы после этого булыжника перестали поступать, хотя инвентарь был заполнен. Я уже думал, все, интерфейсы не работают, но потом я построил следующую конструкцию, и ресурсы пошли. Затем я попытался разгружаться с помощью интерфейса, который установлен на воздушном судне и на земле, и, к сожалению, соединяться они не могут. Затем я начал исследовать автономный активатор. Порадовало то, что он может взаимодействовать с некоторыми блоками, но, увы, он не сможет добывать блоки инструментами. Благо, блоки он до сих пор ставит, это хорошо. Затем я проверил установку блоков, добавив вращение. И тест с приклеенным сундуком. В нем лежали какие-то блоки, я проверял, сможет ли активатор их брать из этого сундука и ставить. Затем я решил проверить лебедку и шкив со шлангом. В рамках воздушной конструкции лебедка работала потрясающе. Я даже немного полетал, когда лебедка поднимала блок. Затем я попытался поднять блок, который был частью обычного мира, и корабль вытолкнуло. Аналогичный тест я провел со шкивом, пытаясь выкачать воду из источника, который находился за пределами водной конструкции. И воды не было. Поэтому я дальше пошел исследовать механизмы, работающие жидкостями. А именно, я решил проверить дозатор с помощью механической помпы и жидкостного бака. И я произвел свой тортик. И предметный осушитель. Я создал простой механизм, который будет автоматически поставлять в него зелье. И с задачей я справился. Пришло время жидкостных интерфейсов. Я построил следующую конструкцию, заполнил водой и посмотрел, что получится. Вода начала передаваться. Это значит, что у меня все получилось. Также, пока я летал, я решил протестировать механический крафтер. И он работал в полете. Создав несколько ведер. И да, механическая рука поставляла все нужные ингредиенты, поэтому она тоже работает. И минус. Обратите внимание, что я навожусь на пересечение нескольких механических крафтеров, и я не могу их объединить. Просто не могу кликнуть. Также, когда вы будете выбирать цели для механической руки, они не будут подсвечиваться, поэтому это нужно учитывать, что немного усложнит установку. Затем я начал проверять шасси. Первым шасси оказалось радиальное, я нанес на него слизь и установил рядом блоки. Заметьте, что я эти блоки не приклеивал. Шасси должно их подхватить само. Затем я посмотрел на два вида линейных шасси, и оба работают. И у линейных шасси есть интересная проблема. Сейчас я изменяю диапазон, сколько блоков будет прихватываться. Я поставил один.
Затем, включая механизм в обратном порядке, у меня до сих пор притягиваются все. И если мы остановим это все, то опять у нас вернется диапазон 8. И аналогичная проблема с радиальным шасси. Сейчас я выставил единицы, у нас по идее должны крутиться только золотые блоки, но если мы включим подшипник, то крутятся все. Затем я решил проверить последовательную коробку передач и блок-липучку. Я сделал вот такой вот простой механизм, где при нажатии на рычаг у нас будет вращаться блок-липучка. Ставлю редстоун сигнал к блоку липучки, и она приклеивается к блышнику. Теперь они двигаются вместе. И подаю еще один редстоун сигнал, чтобы отсоединить. Теперь она двигается раздельно. А с последовательной коробкой передач были проблемы. Все действия, что вы задаете, обнуляются после того, как вы выходите из механизма. По факту у вас работает только одно действие – повернуть на 90 градусов. С наблюдателями все плохо. Вы не сможете ничего положить в слоты для фильтров, что уже делает их бесполезными. А в наблюдателе заполненности сбрасываются все ваши настройки после выхода из него. Затем я проверил редстоуновый контакт. И он работал. Я знаю, о чем вы подумали. Я подумал о том же самом. Первая проблема. Все вагонетки невидимые. И если вы в нее сядете, то будете выглядеть как-то так, сидящим в воздухе. Затем я решил построить вагонеточную штуковину, и она тоже оказалась невидимой снизу, но при этом собралась. Привести ее в движение у меня не получалось. Я пытался ее подтолкнуть, но потом я поставил еще одну вагонеточную штуковину, и она подтолкнула впереди стоящую. При этом они могли разрушать препятствия и добывать блоки, которые я поставил. Затем я решил протестировать все в полете, и произошла какая-то фигня. Одна вагонетка стала материальной, другая ее уничтожила. Эксперимент вышел из-под контроля. Затем я попытался поставить рельсы для поезда, и уже у меня начались другие проблемы. Я просто не мог их нормально установить. Я подумал, что возможно мне поможет то, что я вырыл в нее корабль согласно координатам Майнкрафта. Но нифига, проблема с установкой рельс не решилась. Затем я взял руки станцию, попытался кликнуть по рельсам в надежде, что я установлю, но я ошибался. И теперь поговорим про беспроводной редстоун. Забудьте. Вы просто не сможете кликнуть по слотам и задать частоты. Если подводить итоги, то совместимость мода Эврика и Креэйта где-то 60%. Что вполне играбельно, друзья. Ну а с вами был Андрей К. Спасибо за просмотр. Пока.